Конкурс оригинальных открыток объявляет Центральная городская библиотека. Это одно из многочисленных мероприятий Российского года литературы. Его главная цель – привлечение внимания к чтению, популяризация возможностей библиотеки. Открытка должна содержать какой-то текст из литературного произведения. Это может быть цитата, любимая мысль, понравившееся какое-то высказывание с обязательным указанием автора и визуализацию выбранной идеи, то есть какой-то вот визуальный образ. Работы принимаются в электронном виде, однако организаторы не ограничивают участников в выборе творческого метода. Если открытка не виртуальная, а сделана своими руками, ее нужно отсканировать или сфотографировать и прислать изображение. Ограничений по возрасту и уровню профессионального мастерства также нет. Победителей будут определять в двух категориях – до 18 лет и старше. Конкурс до 1 декабря. Подробности можно узнать на сайте Центральной библиотеки.